Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasimxolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, hozirgina bir video tarqaldi. Ya'ni Rossiyada bilasizlar, hamma bozorlarda polisiyskiy formalar sotiladi, gayilarning formalari sotiladi. Aka-ukalar, hamat videoni ko'ringlar, soxta polisiyskilar haqida. Do'stlar, marhamat, videoni ko'rishlaringiz mumkin. Diqqat bilan e'tibor beringlar. Registratorov ni znani ничего, я прав? А здесь тяжеловато стало, да? Стыдно тебе, что ли? Говори, что ты молчишь, как воды набрал. Смотри, сейчас, не дай бог, тебя фура собьет. Где твои преступники сразу сиделись? Что ты встал-то? Вот, ребят, смотри. Стоит как вкопанный просто. Вкопался просто, прям вкопанный, блин. Ты где твое удостоверение, ты не сотрудник полиции? Слышь, показал удостоверение вообще какое-то левое, не сотрудника полиции. Там левое, реально. А вот я видел, сможешь ты удостоверять его? Ты не сможешь его? Возможно, возможно. Возможно. Возможно и такое. Давай ОСП отсюда. Давай. Нет у него удостоверения. Это полицейский, что ли? Это один вот вроде похожий. Удостоверение предъявите свое. И вот тоже, ребят, в джинсах стоит вообще. Ты с какого колхоза, сынок, а? Тебя как зовут, пацан? Пацан, ты зачем? Отойди, пошли, поговорим подальше. Хоп. Москва област ва Москва шахрида яшаучи хамюртларымызге. Конуни регистрация хизмати таклиф этилади. Ва ундан ташқари депорт запретларингизни текширтмоқчи бўлсаларинг, дўстлар, албатта экрандаги номерларга телефон қилишларинг мумкин. Бутун Москва бўйлаб текинга доставка қилиб берилади. Ака-укалар, чарчаманглар, документларингизни қонуний қилиб юринглар. Меня Андрюха зовут. Хорошо. Где твой жетон? Что ты, устроился, нет? Не устроился? А что людей-то останавливаешь, а? ДПС, что у тебя, шеврончик, смотри, а? Герб у тебя, что это за дела? А вот у него не такое удостоверение, у вас вот видно МВД, а у него нет. У него как из метро походу. Да вас вообще надо всех уволить, от тебя капитан Александр Старлей первого. Развел здесь, как... Развели тут бардак, как журналистов бить, так мы первые, да? Аккуратнее выражение. Ребята демократы, знаешь, где сидят, а, ребята? Это ты давай аккуратнее выражение, Старлей. Ты не видишь, что у тебя стоит, а? Зачем сюда двоих ряженых поставил, у которых нет удостоверения, а? Они гражданские лица. Ты зачем их одел, а? Тихо. Ты зачем их одел? Да я с тобой общаюсь, ты меня сейчас чуть не поцарапал мне руку. Ты зачем их одел, скажи? Смотри, у него выключен был регистратор, глянь, штатный. А это что за человек у вас здесь находится? Что с ним? Смотри, что, ребята, здесь явно что-то происходит. Слушай, УСБ надо вызывать. Ты полицейский. Ты полицейский или нет? Ты стажер. Ты почему наврал, что ты сотрудник полиции, а? Раздеваем обоих. Что форму-то носим? На каком основании? Сейчас оденусь в форму нормально будет? Я оденусь. У меня полковник еще есть форма, если что. Ну все, молчит в ступоре. Нет? Плевать ему на все, понял? Решаешь? А ты кто? Кто ты? Дядь, ты кто? Ну хочешь что? Я просто понимаю, ты на вопрос можешь ответить. Ты кто? Ты не полицейский. Ребята, просто какая-то вообще фигня. Просто оккупировали вот это вот место. Albatta do'stlar, bu videolardan qo'yishdan maqsad aka-ukalar o'zlaringga ehtiyot qilishlaringni va bu videolarimizni tarqatib qo'ysalaring boshqa insonlar ham o'sha yo'lga ko'chada mashinada yuradigan aka-ukalarimiz juda ham ko'p. Aka-ukalar, kim to'xtatishdan qat'iy nazar o'sha polisiyskisi bo'ladimi, GAI bo'ladimi, hujjatlarini so'rash o'sha ko'kragidagi значокка e'tibor berishlikni so'rab qolamiz aka-ukalar, rahmat, borlaringga shukr. Bilasizlar, hozirgi kunda Rossiyada eng maksimal darajada dollar kurslari ko'tarilib ketgan. Men sizlarga ajoyib bir prilojeniya taklif qilaman, ya'ni tavsiya beraman. Aka-ukalar, Play Marketdan yoki App Store'dan kirib, Yubor degan ilovani yuklab oling va siz Rossiyadan turib O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonlarga eng arzon kurslarda dollar yuborishlaring mumkin. Ishonmayapsizmi? Albatta kirib sinab ko'ringlar. Aka-ukalar, albatta rahmat deysizlar.